Алло, здорово, Олег. Ну что, в общем, грубо говоря, в 12 часов нас уже, мы уже в Миллерово были. Сейчас сижу на вокзале, сам жду свой поезд. Там один билет был, жена мне купила до Москвы. А из Москвы уже до дома доберусь. Но я как бы не по этому поводу звоню. Я звоню по Оскару. Значит, я ехал со своими штормов. В общем, Оскара не ищите. В том плане, что он, во-первых, пришел в часть, напился, 2 дня бухал и начал дерзить. Ему сломали обе ноги, обе руки, он в госпитале надолго. И заставили ползти еще с горы. Так что вот такие вот дела. А я не спрашивал, как бы. В общем, его сломали по полной. Ну, в общем, Сава, ничего сложного, Сава, форма любая, никто мне в штабе слова не сказал. А все как один в этих, Сава, в грязном тряпье. Как партизаны, выпавшие из леса, да.